А ты еще не нажал войти в игру. Ты можешь выбрать, типа, себе, пока ты... фракцию, а потом нажми войти в игру и там попробуй. Так, а какую мне брать? Потому что я, собственно, не играл с последнего стрима даже. Какая тут попроще? Котики. Котики опять, да? Ну да. Не, ну можешь взять кого-то другого, чтобы интереснее было. Ну как бы, для тебя лично интереснее. Ну вообще Лесной Союз довольно угарный. Не очень сложный, ну так частично. Окей. Ну или Бродяга. Да, или Бродяга. Так, скажите, что там в Лесном Союзе делать надо? Какой его, его фишка какая? Ну, он, получается, раскидывает жетоны агитации по всей карте. Тот, кто туда заходит, тот отдает карточку поляны, на которой был жетон агитации в Лесном Союзе. За разбросанные жетоны агитации Союз получает очки победы. То есть это в основном талант. От 1 до 4. Да. Чем больше жетонов агитации ты накидал, ну это они же эти мятежники всякие, вот. Чем больше жетонов ты набросал, тем больше очков ты будешь получать с каждым. Окей, окей, спасибо. Ну что, всем привет. Они еще могут мятежи устраивать на поляне. Вот сейчас всем привет, вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Леша Играет. Опять помни о своих корнях. Ну, бродяга. Вернулись в корни. Пошаговая. Мощный, поэтому, ладно, не буду за него пока играть. Такая штука. Да, в этот раз я решил, дайте я уберу теперь вебку, наверное. В этот раз я решил за Лесной Союз сыграть. Честно скажу, давайте я тут не особо прямо... А за птицу желания пока нет. Хорош вообще-то в этой игре. Поэтому выбрал бродяга. Так, котики разместились. Давайте посчитаем, что наша фракция умеет. Обороняясь в сражении, вы используете большее значение, выпавшее на кубиках, а ваш соперник меньше. Отлично. Враг, встретившийся с агитатором или уничтоживший его, должен добавить карту масти поляны, на которой это произошло, в колоду сторонников. Вот это очки победы. Так. Какие у нас карты есть? Банк закрытых вкладов. Ну да. А, две. Не, в самом начале две много будет. Так это птичьи карты. Так, я сейчас буду выбирать, где мне встать, я так понимаю. Птичьи карты не жалко, две. Так, не птичьи, я хотел монетку купить. Ну ладно. Тут два зайчика. Так, мне надо, видимо, вот на мышках каком... На какой-то мышке поставить. Не, хода, в любом случае. Не, у меня мало предметов, что... Где-то вот в центре. Я бы, наверное, где-то либо здесь, либо так здесь ставил. Против нас котики и бродяги. А, в натуре, в натуре. Не, да. Вот это что? Это речное братство. Я вспомнил. Если вы не понимаете, что происходит, я примерно так же не очень понимаю. Но попробуем. Не, ну ты там не все забирай хотя бы. Бродяга выбирает, куда хочет прокрасться. Мне, может, надо было бродягу, кстати, взять. Он вообще заедет. Ну вот он, вот тут он находится. Ага. Рассматривает варианты исследования. Собрал. То есть он вот бегает по этим клеткам и собирает руинки вот эти там. Это именно для бродяг сделано. Я, наверное, вот здесь тогда поставлю. Мне что-то кажется, что вот здесь лучше будет. Так, мой ход. Выберите услугу речного братства для покупки. Карточка из руки. До конца хода можете использовать реки как тропы. Давайте карточки. Вообще, игрок платит за услугу, перемещая бойцов. А, нет, давайте я тогда не буду. Да я уже прочитал, блин, нафига мне это рассказывают. Блин, мне тут рассказывают, короче, что с речным братством сделать, поэтому я торможу. Да, не страшно. Так, а как мне разместить, собственно? Нет кнопки, нет поляны для мятежа, нажмите кнопку продолжить. Мятеж можно проводить только на тех полянах, где есть жетон агитатора. Так, а как мне жетон агитатора поставить?
А он, получается, после мятежа идет фаза. А, следующая фаза, понял. А вот это продолжить. Это повторить было. Так, для агитации на вражеских правилах с тремя или более бойцами требуются дополнительные сторонки. Если вы не стремитесь насолить на более дешевые, да, я понимаю. Так, вот сюда я хотел. Так, а где-то написано, сколько я могу жетонов разместить? На соседних полянах и сколько вот на жетоны получится, соответственно, еще и мастер. Ну, и у тебя жетоны на соответствующей поляне этой же мастер. На каждой поляне может быть только один жетон. Да, и у тебя должны быть приспешники. Ну, там карты, там особая у тебя типа колода, там приспешники. И, ну, как бы, когда они закончатся, ты не можешь уже проводить агитацию. Так, действие. Создать карточки, мобилизация. Давайте создадим. Один дополнительный урон. Давайте, наверное. Хотя нет, подождите. А вот это? Карточку, которую я хочу добавить к сторонникам. Угу. Я просто эти добавляю, потому что я их не смогу сыграть пока. А вот саперов оставлю. Все, я думаю, все. Видите, у меня теперь, если я могу на этих клетках создавать потом сторонников. Вы можете сыграть эту карту днем, если у вас не менее 10 очков. Если у вас не менее 10 очков. Кстати, ага. Это кошка, не забывай, что у тебя мастерская не будет работать на этом ходу. Так, я понял. Так, пока мы... А, блин. Видите, я вот тут разместил, я смогу следующим ходом нападать тогда на кошек, получается. Плюс у меня вот эта карточка, которая дополнительно... Ну, попробуем. Попробуем. Я собирать не буду. Это игре точно. То есть эти... А, подожди, я ж пока не владею. Я пока не владею, я, наверное, не смогу даже эту штуку использовать пока. Так, коти, у котиков, тут у каждой фракции, я тебе пока включусь, у каждой фракции свой стиль игры. У меня есть стрим, вот я за котиков играл, сейчас, собственно, только вот вторая партия за Лесное Братство, считайте, играю. Так что, вот эти ребята-то получше, против которых тут Д'Артаньян, Адмирал и Чайка. Они получше игру знают, но они собираются у меня в Дискорде, постоянно врут, играют, если вы... Чё, вдруг? Тут просто вот сетевые партии, они очень долгие, на самом деле. Я буду стараться как-то это комментировать, но там просто вот в конце реально так долго ходы шли. Может, я тут буду немножко монтировать, чтобы не так это все долго было. За котиков я играл, то есть им сначала надо все-таки улучшить, во-первых, собрать свою армию как-то вместе. Видите, у них все котики отдельно, ну, то есть они начинают, это у них начальная стадия, как бы они всеми этими владеют, всеми полянами. Но это плохо, потому что я тут, например, буду что-то отбивать постепенно. Ну и как я тут самый нуб, наверное, на меня и не особо будут тут обращать внимание. Бродяга, ну сейчас вот Речное Братство. Слушайте, а в чем прикол Речного Братства? Бродяга и котик я хотя бы еще знаю, а вот Речного Братства в чем фишка? Капиталисты, типичные. У них покупаешь карты с руки за свои жетоны, за своих юнитов, которые у тебя в запасе. Но мы можем его колоду связать, как я понимаю. Не колоду, если что у него в руке. Да, у меня открытая рука,
У меня есть три, получается, товара. Это можно моих этих юнитов покупать как наемников. То есть они за тебя сражаться будут. Но перемещать их нельзя. Потом можно мои карты покупать. И можно покупать лодки, чтобы двигаться по речке. Так, а покупаем мы их за что? За своих юнитов, которые находятся в запасе. Угу. Не те, которые на поле, которые вот еще, эти. Ну, не выстрелили. Ну, я бы, наверное, не покупал. Ну, то, что было там вот первым ходом, я, мне кажется, такое. Слушайте, а таймер тут есть? Да. Но, увы, он тут все, ну, максимум, минимум и максимум 5 минут. Так, а что сейчас за звук был? Сейчас котика атаковать будут. Еще обратно поставят торговый пост. Торговый пост способствует созданию масти этой поляны с помощью ремесла. Соперники на этой поляне могут приобретать дополнительные услуги. Вы не можете подсчитать доход. Фига ты бобер, конечно. То есть ты за бобров играешь, получается? Это выдры. А, выдры? Ну, выдры как-то в реках или есть речные выдры? Как минимум, короче, я пишите на своей... Пишите в комментах, ну, выдры или это, или бобры. В моем. У меня в местности они только в озёрах. Так, следим за бродягой. А бродяга вот чисто... Я так понимаю, что бродяга это чисто вот одним юнитом. Ты бегаешь, да, собираешь вещи. А победа у него за счет чего? Тоже так же за очки. Он получает очки за счет выполнения либо заданий, либо, ну, также разрушения зданий или... ну, то есть вообще совершенно разные... Хавка. Ну, точнее, вещей. Блин, мне надо было, наверное, за бродягу играть. Мне кажется, это... Проще всего, ну, в смысле, не в плане, что проще победить, но просто хотя бы проще играть, что он, у тебя один юнит просто. Ты чем-то, знаете, напоминает эту настолку по Ведьмаку, там, где ходишь тоже, выполняешь задания. Ух ты, мечик дали. И ты вот котику его засунешь сейчас сзади, вот ты подкрадешься и мечик ему... Нет, мне пока не выгодно никого атаковать, потому что мало ли кто-то будет крафтить предметы, и я смогу с ними подружиться, а и когда дружишь, тоже получаешь очки победы. То есть у бродяги там особенная такая механика, он может дружить и воевать. То есть это единственная вообще фракция, которая может в союз с другой фракцией. Угу. И они могут даже победить вместе. О, прикольно. Такую так бы фишку в целом, что в союзе можно воевать. В смысле в союзе можно? Ты имеешь в виду быть в союзе и воевать с союзником? Ну да. Ну, вот ну это же тупо. Не, ну знаешь, ты с ними просто и караванчики, и как бы и деньги получаешь, и воюешь. Ой, у вас там вы любовью занялись на поляне, слушайте. Фу, пропаганда. Нет, это дружеская любовь. Или это Михаил... кошечка, типа. Михаил такой зашел, услышал про любовь на поляне и вышел. Мышиная поляна. Ну это, вот это, как бы, эти, масти карт. Так, ну попробуем вот здесь провести. Не буду ничего покупать опять. Так что, лисичка, если будешь крафтить предметы, я тоже буду с тобой дружить. Так, а почему, нет, у меня нету, а почему у меня нету поляны для мятежа? Надо, чтобы больше там надо было моих. Больше? Ну, видно, тебе не хватает сторонников. Ну, вот этих карт сторонников. Там, чтобы сделать мятеж, тебе надо иметь, ну, два сторонника одинаковой масти. Понял. Да, две лисички. Да, да. Или две мышки, он тоже есть. Товарищ.
И нет поляны для агитации. Так, ну мне, значит, все-таки вот эту карту надо сделать. Да и эту можно использовать. Мне сейчас невозможно, у меня нету 10 очков. Давайте эту. Блин, надо было прошлым ходом, конечно, эту фигню делать. А, на и саперов тогда организую. А, это даже... это, вот это, кстати, этот, как его, козырь. Вот это вот, возможно, будет сразу несколько использовать. 5 сторонников, кстати. Раз, два, три. Надо было, конечно, первым ходом. Птичкин узел. Птичкин узел даст, во-первых, одно очко победы, во-вторых, мешочек. Ой. Я не буду это получать, вот. Вместе. Хотя не знаю, нафига мне мешок. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Тут что на... Что вот тут показывает? Это сколько у меня запас бойцов? 10. Это сколько офицеров? У меня ни одной... добор карточек. Одну карточку я беру. Значит, я вот здесь смогу, я так понимаю, так как у меня две мышки, я вот эту смогу захватывать. И потом я эту карту смогу сыграть, видимо, когда у меня это будет захвачено. Так, что делает котик? Киса. Киса, я так понимаю... группируется вот здесь. Видите, у нее 4 на 4. Хочет, видимо, с бобрами разбираться. А вы даже вообще не можете... не... по побережьям полянам ходить. Я просто уже забыл. Может? А, так. Эй, что за нападение? Кошка так опасно отстаивает без защиты свою крепость. Да, это очень зря он так сделал. Я, конечно, не собираюсь на нем нападать. Все равно. Просто кошка реально проще заплатить, по-моему, 3 чувака свои, чтобы вот тут вот лишние движения не тратить. Так мне нужно базу построить. Я поменьше могу цену поставить. Ты, я получил сторонника за счет того, что он меня убил жетон. Ну, будь добр. Ну, базу, видимо, я здесь буду сейчас. Должен, по идее, сейчас напасть вот здесь, смочь напасть. Блин, а чё он меня всё везде убивает? А я наоборот... Он это... мятежит. Хочет твои. Он на одной поляне... У соперника нет карточек масти поляны с беспорядками, поэтому придется открыть вам свою руку, и вы получите случайного сторонника. А я могу рассказать, какая у него рука? Ну нет, я это... как бы секретная информация. Одно сражение. Короче, у него все на зайцев. Что странно, у него как бы заячьих... Ну, хотя вот эти его заячьи поляны, ну, считаются, то, да. Ну, то, в принципе, ну, никак не влияет. Ну, имею в виду, какого карты ты забрал. Ясно. Так... Вклад из области капитал. Грубо говоря, тебе наоборот выгодно, когда тебе типа разрушают эти жетоны, поскольку я тебе даю карту, и ты можешь заново ставить жетоны и получать очки. Ну, как бы круговорот. Ну, не карту дают, а сторонников дают. Ну да, сторонников. Да, просто да, потом очки. Хорошо, а что тогда получил котик за это, что он на меня напал? Ну, я тоже очко получаю, одно победное очко за разрушение твоего жетона. А.
Ну, как бы и я получаю, и ты получаешь. Все что-то получают. Ну, то есть я опять смогу здесь поставить, получается. Что там, бобер приплыл? Тройничок устроить на полянке. Так, а победа тут, когда кто-то сколько очков победы набирает? 20? 30. 30, прям как в Гремлинах. 30 очков победы надо набрать. Тут еще можно по превосходству выиграть, если владеешь, допустим, за кошку тремя одинаковыми полянами или двумя противоположными. И есть еще там с отстающим, но я что-то уже не помню, как там с отстающим. А, ну да, получается... Я не помню. Ладно, вот те, кто больше знает, объяснят. Бродяга рассматривает услуги речного братства. Можно... Кош, ну вообще любой фракции можно по превосходству победить. Там прям пишется. Какими полянами ты можешь владеть, чтобы победить. А в случае с бродягой он получается по этой карте превосходство. Может сам с той фракцией, у которой меньше всего очков, он вместе с ней может победить по карте превосходства. Но только если не союзники. Бегает просто исследует. Честно, я не хотел, но так отставил. Так что кошка отложить не будем. Жестко. Просто он хочет захватить эту поляну и убрать, я так понимаю. Я думал, мы друзья. Не, ну я хотел, но... Видите, все, убрал ее базу. Да, конечно. Ну ладно. И получил 3 очка победы. Нормально. Так, я на самом деле вот эту, наверное, займу. Я же твоих юнитов не убил. Интересно, у нас дружба. Так. Нет, кошка не беру никаких этих. Без госпиталя, без хитрости. Ну да. Ну. Сам виноват. Фаза мятежа. Вот, фазу мятежа сначала. Я чуть не пропустил. Сейчас еще обратно проверю. Да, это мы отклоняем. Фаза мятежа. Понеслась. Есть. О, 8 теперь. Так. Так. Птичкин узел. Теперь фаза для нету на мятежа. Продолжаем. Фаза агитации. Давайте здесь поставлю. Видите, это потому что у меня зайчика был. И, наверное, здесь поставлю. Так, теперь. Давайте офицера получим. У меня вот это вот у нас этот. Как я и сказал. Между полянами. А вербовка. Засада. Так, ну теперь более-менее разобрался я. Можем устроить засаду на Лисьей поляне. Походное снаряжение. Нормально.
Ну, то есть, видите, тут свободная пока вот эта территория. Видимо, сейчас мы ее будем занимать. Плюс я могу лисью карточку вот здесь мятеж потом устроить. И трое ребят, может... Может пойти тогда туда, куда-нибудь. Жалко, нету на зайчика пока. То есть вот тут я не могу мятеж устроить. Ну я бы вот тут и вот тут занимал потихоньку. Два офицера. Ну то есть офицеры дают очки, я так понимаю, движения всяческие. Еще 5 бойцов я могу сделать. База. Лишившись базы, должен сбросить всех сторонников той же масти, включая птиц. Воу. Так, а что туда? Все складывается и складывается. Выдавите, или все... Блин, убирает мне базу. Но я все равно не могу тут... Я не понял, я ее, да, использовал. Отлично. Убили, у меня была карточка засада на Лисьей поляне. Ты попал в засаду, котик. Тебе хвостик прищемило. Так, скажите, а моими юнитами я могу... захватывать поляны? Ну да. То есть не восстание, а просто вот перемещать юниты, да, и захватываю. Да. Тогда я, наверное, здесь поставлю, опять же, ну... Ну, чтобы именно крепость поставить, нужно, чтобы там произошел... Мятеж. Мятеж, да. Соперники наверное, могут проявлять дополнительные услуги. Вы не можете подсчитать доход, если у вас на карте нет хотя бы одного торгового. При удалении торгового. Бобер себе чайничек сварганил. Иди, бродяга. Блин, лучше бы молоточек. Нет, молоточек. А, ну да, нет. Ну, можешь купить. Пока что... Так, я вот думаю, что я здесь буду ставить жетон, как минимум здесь. Дальше я посмотрю. Юнитами, наверное, сюда пойду. Хотя могу разделить, наверное, сюда два, а сюда одного. Чтобы просто это, видите, чтобы вот так вот было обозначено, что это карты... Ну, с другой стороны, это все разные карты. Ну, походное снаряжение можно будет сыграть. На самом деле, если я захвачу эту поляну. Что почему нет? Что бродяга будет делать? Так, ну он там в углу. Карточку у речного братства забрать. Куда хочет прокрасться? Сюда пошел к котикам. А, он все эти исследует. Ага. Вещи. А вот и молоточек. Что он тут дает? Использует для ремонта и ремесла. Для сражений. Тут явно плюс 2 к атаке, явно.
Мешочек не нужен? Мешочек? Да. Плохо будет нужен. А это машинная поляна, блин. Да. Охрана, отмена. Видите, я не везде могу жетоны поставить, я могу только там, где места свободны. Теперь вот видите, на этой поляне нет свободного места. А, или нет, или везде могу поставить. Сейчас узнаем. Я же мог, а не, не мог. Сказать, мог тебя обворовать. Так, еще мог. Раз. Любую даже, карточку, да, по лодкам, наемники, карта. Не хочу. Ага. Нет. Но поляны для мятежа, так, это так, понятно. Я бы так не смог. Так. Да я же не обворовал тебя, я честно купил. Так, слушайте, а почему я не могу нигде агитацию разместить? Или, подождите, или это я... Нет? Поляны для агитации. Это же размещение жетона агитация, правильно? Да, ну, либо не хватает очков, либо... Ну да, скорее всего, не хватает очков. У тебя всего один сторонник, получается, а для агитации надо больше. Понял. Так, давайте... Карточку из сторонников. Блин, ну... Не, подождите. Ай, ладно, давайте сторонников. Я хочу агитацию. Витра, ты мне хочешь именно продать карту мешочек? Нет, один, мешочек? Сюда один. Так, так. А, ну. А вот сюда... Сам скрафтишь будет, наверное, еще лучше. Два. Еще очко получу. Ты можешь чайник купить. Так. Что? А, чайник? Чайник. Хотя да, может. Ну все. Стрел, у меня два мешочка. Я могу один скрафтить, другой можешь купить, не знаю. Три очка. Смотри сам, мне один хочет понадобиться. Раз за утро можете взять случайно. Ну тут требуется три мышиных. Блин, что-то я с картами запутался. Вот большим обозначается вот, большая иконка животных. Это что означает? Ну это вот маська. Сверху, а, где? Сверху, да, слева. Да, да, где на дереве, это стоимость карты, ну, как ее скрафтить. Хорошо, я понимаю, что вот, ну, типа, там, два зайчика, это значит, что у меня должно быть две поляны с зайчиками под контролем. Так а масть тогда что означает? А масть это вот, допустим, чтобы у тебя были эти сторонники, вот это обозначает, допустим, тебе кто-то атакует твой агитатора, и тебе дают вот масти. На той поляне где-то был агитатор. А, я понял. И тут у меня есть возможность мобилизацию добавить карточку в руки сторонников. То есть вот это крупным, это тут какой сторонник у меня добавится, значит. Да. Понял. Так, теперь понятнее стало немного.
Видите, котик зашел на мою поляну, и так как у меня тут агитатор, я получил сторонника сразу. Он мне уничтожает базу. Зря ты базу без защиты оставил. Ну я не знаю, котик что-то против меня играет, я так понял. Не, это просто так же самое, как этот бродяга мне снес базу без защиты. Ну, просто два победных очка. Да, хорошо, что у меня нет базы. Блин, мне тут предлагают выбрать боевые потери, я не понимаю, чем они отличаются. Ну, я тебе пок... Лучше агитатор, да. Тут один кулак такой? Да. Ну так что мне выбирать, кулак, либо... либо портрет? Ну, лучше кулак, а тогда хоть база останется. Я не смог тебе снести базу, только кулак. Так что. А, потому что у нас одинаковый счет, поэтому ты мне только одно что-то снес. Если бы ты 1-0 хотя бы сделал, да? Тогда обе бы снеслось. Нет, там, получается, нет? И было 1-0. Ну, то есть, как бы я тебе могу... зависимости от количества юнитов. Если бы я пришел двумя, я бы тебе снес бы сразу ба. Понял. Я так понимаю, ты мои карты смотреть будешь? А нет ли там какая-нибудь засада? Капец. Тут, бобрик подбрил киску. Лисы, а все остальные играют против котика. Ай, надеюсь, ты разумные цены на мешочек поставишь. Ты же цены вечером оставляешь? Угу. Вот. Да мешочек, а ты... мешочек за единичку можно купить. Ну, отлично. Хотя там чай еще есть. Не, мне сейчас, видишь, если посмотришь... У меня инвентарь полный. Мне сейчас важнее мешочек. А чай, возможно, я у тебя так выкуплю. Бобер такой этот. Солидный. Солидный бобер.
Ну ты жесткий. Да, какой-то бобер, конечно, это. Заточенные зубки. Мы подпились немножко. Я не первый нападал. Я думал, у нас будут торговые хорошие отношения. Вон. Так они у нас все равно останутся торговые хорошие отношения. Только же зачем здание ломать? Просто победные очки. Ладно, ладно, это еще вернется. Отольются кошки-мышкины слезки? Бродяг, ты у меня монетку забрать не хочешь? Ну, у меня приоритеты на мешочек. А там дальше видно будет. Но монетка хорошая-то. У тебя ж вроде уже все слоты заполнены. А в смысле два? Ты же говорил... А, не, один. Все. Нет, правда, два. Ты же говорил, один поставишь. А если ты мне чай купишь? Чай нифига не один стоит. Вот барыга. Погоди, ты говорил, мешочек продашь за один. Нет, два. Нет, мешочек я продам за один, а если ты купишь чай? Нормально. Так не обманешь. Я говорю, у тебя чай уже есть, я бы так и купил. Короче, понял? Он тебе продаст мешочек, когда ты у него купишь все, включая чай, тогда он продаст мешочек. Реально капиталист. Да нет. Ладно. Ладно, иди ты нафиг, я тогда больше ничего покупать тебя не буду. Договаривались на одну цену. Хорошо, давай тогда я на следующий ход тебе за единичку чай продам и мешочек. Так. На попятную пошел. Снижает цены. Демпингует. Ой, я не то скинул. Блин. Так, надо отменить. Я не то скинул предмет. Хорошо, что отменять можно, да? Да. А, не, все вроде верно. Так, ну вот теперь. Наш ход. А лесной союз, что у меня ничего не покупает? Ничего не буду покупать. Да что-то не надо мне там ничего вроде. Ладно. А, все-таки это не работает в данном случае, как эти не могу ни сюда. Ну ладно, я, наверное, и там поставлю. А, это мятеж, подождите, это я могу... Да, наверное, так и сделаю. Давайте и здесь проведу мятеж. А, там я не смогу, тут надо два очка теперь. Пока нет. Окей. Теперь. Так, продолжить. Фаза агитации. Наверное, я все-таки вот здесь хочу. Так, здесь. Получить офицера. Давайте выключу. 3-3-3. Не, ну 3 нам достаточно. Я бы их тогда вот в эти сделал. В число сторонников. Так. И так. Пускай будет. Теперь. Перемещаемся этого сюда. И тут одного. Перебросим. Так, и вот тут нападаем. Еще, да, когда у тебя у лесного союза становятся вот эти жетоны агитаторов дорого стоит, ты можешь воина перенести на поляну и его перевести вот в жетоны агитатора. Угу. Так, дешевле обойдется. Вообще у лесного союза есть пассивное свойство,
партизанская война. Типа у них всегда на кубики больше значения впадает. Поэтому ему лучше вообще не сражаться. Лучше, чтобы на них нападали. В смысле, а почему у меня сейчас не выпало большее значение? Почему-то 2 выпало у кота, у меня 0. Когда защищаешься. То когда защищаешься, выпадает большее значение. Когда ты сам нападаешь, это свойство не работает. Кайф. Ну, короче, у меня минус база, походу. Кошка, что ты мне купила? Я что-то не заметил. Разведчик. Походу, разведчики по товарному обороту, так скажем. Разведчики попались. Ну, отлично, у меня тоже засада. Хоть здесь не убьют. На тебе ответочка. Берите со всех лисьих полян все компоненты противника. Ну, блин, а тройку лисьих полян стоит. То есть это мне надо эту захватить и эту. Ну, это мы в сторонников точно переведем. Попробуем вот здесь жетон агитации поставить. А, блин, я не смогу, он же 2. Нет, не смогу, подождите. Нет, уже 2 стоит, видите, 2 очка. Неужели пост мы жить будем? То есть... Чтобы здесь поставить жетон агитации, мне надо 2 лисьих сторонника. То есть мы сначала в лисьих сторонников, получается, переведем. Тогда смысл мне тут ставить? Мне надо ставить там, где они ходят, правильно? Мне надо больше набирать сторонников, я думаю. Причем сторонников, ставя жетоны агитации по их... И они куда входят, понимаете? Когда они входят в мою эту жетон агитации... там, где у меня жетон агитации, я получаю сторонника. Вот, встретившись с агитатором или уничтоживший его, должен добавить карту масти, правильно, на которой это произошло. Так что мне надо... Ну, короче, надо больше... То есть вот у меня 2 базы, я думаю, этого достаточно. Надо разделить вот эту лисичку. Тут лисичка и тут лисичка будет. И норм. Работаем. Бобер убил здесь котят, полностью зачистил эту поляну. Но вообще тут котят гнобят, судя по всему. У меня уже 3 поляны только осталось. Ну, я не знаю, он, мне кажется, просто... А, не, вон четвертый еще. Мне кажется, он просто тупо, например, зря на меня лез. Я к нему вообще никаких этих не имел. Просто поставил, тем более, что я тут самый нуб из всех четверых. Он просто очки набирал. Говорит, что просто очки набирал. Ну, не может быть столько засад, когда будет так. Да, машина ушла, пища ушла. Типа еще бобер будет на мою базу нападать. Так, теряю всех сторонников той же масти. У меня была одна. А то нам больно будет. Но мне главное, что это еще есть. Один агитатор, ладно. Так, мне надо, видимо, не нападать, а именно, что просто жетоны расставлять.
Сейчас я смогу один жетон поставить в лисьей. То есть вот здесь. Это там, где как бы народ, я так понимаю, тусит. Но тут надо защищаться вот этими двумя. Кубик тебе подыгрывает. Ну, походу. Что, еще и на агитатора напасть? Не, ну, на агитатора, наверное... Я тут не смогу мятеж ладно, провести. Давай, перемирие. Интересно, всех убило, говорит, давай перемирие. У меня просто уже все, войны закончились. Конечно, перемирие. Ну тебя. Он как бы считается захваченная эта поляна, потому что у него больше воинов здесь, чем у котика. Причем тут считается... А, и этого тоже нападает. Давай, один-один. А, блин. Так, выдрачка разогналась. Тебе не кажется, котик, что тебе не надо было на меня нападать все это время? Не, мне кажется, мне не надо было на выдру нападать. Мы, конечно, капиталисты, но если что, можем сдачи дать. Выдра просто карту зачищает чего-то. Просто понимаешь, типа, чем больше мы у него покупаем, тем больше мы ему... Я у него вообще ничего не покупал. Ну, я ему вообще, в общем, говорю. Может, у меня ничего не покупается, у меня пассивный доход есть. Я в любом случае получаю к началу хода две... Да, потому что уже раскормить. Так, ну, это бродяга, как договаривались, короче. Ставлю единичку тебе. Ладно, ну на этом-то перемирие. Да. А тут можно снести полностью фракцию? По-моему, котиков можно снести, да? Да, котиков можно полностью вообще снести с карты. Оно-то перемирие, но у тебя внизу такой жетон. Забираю, мне не жалко, начну снести. Там, мне кажется, мне сейчас надо восстанавливать место в битве. Знаете, мне кажется, надо мне не сюда ставить, а вот сюда, потому что вот смотри, кот не пойдет сюда, тут ты три меня бобра. Два раза обманул. Я тебя обманул. Да. Ну ладно, я сам возьму. А вот сюда он пойдет, а когда он будет входить, там где агитация, я получу карту. Я думаю, мне надо сюда ставить. Капитализм — это зло. Вот рабочая крестьянская. Давай, это что там стер? Что там спер? Ну то, что он мне хотел продать по-честному, типа я как Робин Гуд забрал это. Просто стырил карту. Так. Бить тебя за это, что ли? Как кошечек бил. Да я, походу, это тебя бить надо, то разогнался, не ты остановишься. Ух ты, бобру прям в головешку болтом зарядил. Где ж ты был раньше, бродя? Так по лесам прятался, я его вообще не видел. Так этот торговый пост типа сносишь? Да. Вообще не жалко. Я все успел вложить, вы ничего не получите. Вон вот эти три бобрятины вот эти. Бей. Не, я не справлю. А вон там внизу еще один есть. Вон, ты ж дойдешь туда, наверное? Да, по дороге можешь жетон агитатора снести. Не, мне вот я бы снес, но мне меча не хватит. Вымогательство. Так, подожди, а разве за вход ко мне
Не должны тебе что-то? Мы же друзья. Мы друзья, поэтому ничего. А, ну и вдобавок, это я не владею этой территорией, поэтому я тебе ничего не дам. Блин, а с хрена мы друзья? Я тебя ненавижу. Ты какой-то енот-полоскун. Да? Правда? Потаскун, уходи отсюда. Ну тогда мне это что-то даст же ведь, правильно? Да, карта. Почему? Как это тут делается? Друзья, не спрашивая другого человека, типа. Ладно. Сделал. Как вот они меня сделали другом с енотом, не спрашивая даже? Что, правда, потратишь ход на убийство одного? А смысл? Уже не выгодно совсем. Ну, заодно он у тебя поляну заберет. Что-то долго битва происходит. Да, я думал, что он по мне предмет повредит. Не, ну это я плачу своими этими сторонниками, так что нафиг. Так, поляны для мятежа нету. Так. А для агитации... Блин, что, ну 2 очка стоит? А, блин, 2 очка уже стоит. Фак. То есть и для агитации. Я просто думал, что я здесь вот жетон поставлю. Видите, нифига. Так, значит, давайте сторонников. Раз и два. И теперь, наверное, вот этой одной лисичкой снесем там пост вот этот. А почему? Блин, один ход был. Фак. Ну ладно. Стоим так, видимо. О, засада есть еще заодно. Так что на меня лучше не нападать. Я думаю, сейчас на меня никто не будет нападать, потому что вот эти две поляны у меня защищены. Они тут, скорее всего, сейчас между собой будут тусить. То есть мне бы сторонников набирать. На самом деле для того... Ну, во-первых, я тут все-таки поставлю жетон. Хотя уже, наверное, в данном случае... Надо здесь ставить. Там, кстати, лидер бродяга. Ну, 5 очков всего. Ну, я тут нуб. Что поделать. Но я считаю, что это из-за котика, на самом деле. Я отстаю. То есть котик что-то решил в начале игры реально именно меня стопать. И, в общем-то, сам примерно в такой же жопе сидит. У него осталось две поляны и все. Тут лидеры бобер и этот бродяга. Они сейчас будут между собой, наверное. Скорее друг на дружке будут фокусироваться. Я, правда, не уверен, что мне можно в соседние... Что я могу не в соседние, точнее, да? Видимо, либо я сюда смогу только поставить. Я бы, конечно, туда хотел больше, но, видимо, только сюда смогу. К сожалению. Даже интересно, что сейчас речное братство будет делать. Что у него тут? Одна карта только. Раз за утро может взять случайную карту из руки другого игрока. Перемещается. Куда пойдет? Я так и думал, что будет на этого. Сейчас проверил, что весом по голове.
Да. А когда енотика убивают, что происходит? Не убивают. Да, повреждается предмет. Делает вклад бойцами из капитала. Ну, сейчас готовится нападать, и пошла битва. Три, два. Выбирает предметы для уничтожения. Ну, по идее, два бобра должно быть тоже убито, наверное. А, три, я думаю, что не так. Да, минус два бобра. Тут прошло 1-0. Вот черта 0. Не, ну тут выдра, если никто не остановит, то все. Меня выдра остановила. А как его останавливать? Просто нападать? Вот этого, кстати, я точно не знаю, но скорее всего. Выдра, как тебя можно остановить? Меня нельзя остановить. Ну, как бы можно, если ломать ему посты, когда у него в капитале есть воины, тогда они как бы тоже. Я же могу оставлять посты в капитале. Воинов, знаешь, как их ломать надо будет. Ну вот именно, поэтому как бы да, посты тяжело. С другой стороны, я не получаю с этого этот доход. Ну, смотри, вот я сейчас один пост убью. Котик, может, вон там сверху еще тоже стоит. Один бобер всего лишь убить, а и что? Поста. Ну, нету поста, ну, бобра убить. Так что, останется вот два бобра и один пост у него, и все? Ну, он и... потом себе на следующий ход новых наклепает. Ну, просто... Ты ж, по-моему, клепать юниты можешь только за валюту, да? Ну, как бы за наших воинов, правильно? Нет, я могу тратить своих... Поэтому как бы... Только я их именно трачу. Не во вклады они идут, они просто возвращаются, например. Ну, я понял. Ну, то есть, как бы, да, для тебя это тоже... Ты тогда свой капитал уменьшаешь. Ну, то есть у нас получится, вот смотрите, я убираю торговый пост, котик сверху убивает бобра... И бродяга убивает этих двух бобров и торговый пост. Нет, я не убираю, потому что у меня очень мало предметов, мне придется пойти полечиться в лес. Поэтому я остановил выдра. Плюс-минус. Но купить хочется. Я единичку поставлю, типа хорошую карту. За бесценок отдаю. Тем более тебе, как кошке, очень выгодно, у тебя больше действий будет. Ну вот, да, вот это вот самое обидное. Ты ему, кстати, пост не ломай. У него засада заячья. Да, вижу. Ну, как бы, либо купи у него засаду перед ходом, если у тебя есть то что. У тебя как бы есть. Ну, не знаю, покупка у него это дает ему возможность купить воинов потом, правильно? Ну, как бы да, но тогда ты пост не сломаешь. Ну, а пост ему что дает? Либо тебе надо три воина иметь. Я понял, а пост ему что дает?
А смысл мы ломать пост? Это же вообще невыгодно. Ну а вот именно. В ходах никого нет, в капитале никого нет. Только одно победное очко получит и все. Я тоже думаю. Я просто здесь вот, наверное, сейчас буду ставить. Типа, они у меня все равно остаются, я за них крафтить могу, даже если сломал. Ты в лес пошел покакать? Сел там? Мы тебя видим, если что. Чилить предметы. Очень... Я, короче, считаю, тут очень долгие ходы. Вот мне что врут, не нравится играть, что слишком долгие ходы у каждого. Надо как-то меньше таймер делать. К сожалению, в настройках не было такого. Потом добавим. Неужели им никто не писал об этом? В любом писали, они просто как-то медленно реагируют. Там уже в самой настолке уже два дополнения новых. Там четыре новые фракции добавили. Они еще ничего даже не писали. Да, видите, там нельзя было, так что только здесь. Так. Давайте, наверное... Не, давайте, наверное, юнит. Под засаду. Так. Давайте мы, наверное, вот... Блин, он тогда сюда придет. Просто думал, видите, у меня есть засада на самом деле, но она работает только вот на этой... А сюда, если я пойду, он просто может не нападать, а сюда ко мне пойти. Мы, наверное, просто сторонников делаем. Тогда есть как вариант накопить юнитов хобоя. На машинную поляну напасть. Это он в базе своих войск оставит. Так, пожалуй, все. Просто стоим пока. О, тут у нас лесная контрабанда. У меня есть... А, это нет, не моя поляна, блин. Птичий узелок. Ну, чем, кошка, ты смотри, два хлебных действия и засада. Всего за 3 юни. У тебя их 17. Я могу тебя один раз купить, постата нет. Да. Я думаю, сейчас на меня особо не будут обращать внимание, как я отстающий. То есть мне просто надо жетоны ставить. Я тут сделал сторонника, ну, пускай будет для защиты. Бобер весь внизу. Я думаю, что... Не, ну кот должен что-то вот тут, наверное, сделать с этим бобром. Мне сейчас добавили сторонника. Будь здорова. А почему сейчас было плюс 0 победных очков? Потому что мало построек. Да, за первые постройки понаблюдали. А, у него типа вот здесь. Видите, за первые ноль.
а потом больше. То есть это первое такого типа имеется в виду. То есть котик набирает очки за постройку зданий. Вот. Я набираю вот за шкалу агитации. То есть мне надо как можно больше расставлять своих вот этих вот жетонов. И стоять в защите, то есть не нападать самому. Так, куда он пойдет? Я забыл, что у меня здесь есть. Но у меня, кстати, вот видите, я могу эту сыграть, но это одну победу даст. Может, мне лучше, опять же, а, это, блин. Здорово. Опять ты. Это типа намек, чтобы больше торговать? Я не знаю. Ну, если они реально ничего не делают с бобром, они просто думают, что они сами сейчас наберут в другом месте где-то очков. Но это очень пассивная игра, мне кажется. А бобер там за что получает еще? Речное братство все еще ходит. Еще торговый пост. А что, бобер прям везде может торговые посты ставить просто без ограничений? Нет, я могу ставить. Если у меня в капитале есть свои бобры, то я могу ставить на тех полянах, которые мне лояльны. А если у меня есть других этих фракций, то я могу пополнить свои. Ну ты вот сейчас поставил и у кота, и блин... Себя, все. Ну. Может никто не торгует, я только так строю. Просто тут фишка, если мы ему ломаем торговые посты, то они у него не обновляются. То есть у него максимум всего 9 постов. Ну, правильно. Мы 2 сломали, то есть... То есть, если как бы ему сломать все посты, то все, он их больше ставить не сможет. Ну, ему 6 очков до победы осталось. Ну, уже 4 меньше. Очка. Я просто не понимаю, почему вот, например, ты тем же прошлым ходом не напал ни бобра, ничего не сделал. То есть, ты надеешься его обогнать по очкам? То есть, таким, так пассивно играешь? Ну, просто понимаешь, у меня очень ограниченное количество действий. И кошку, мне надо... Кошку сильно загнали вначале. Да, мне и строиться надо, и то, и все. Вот. Следующим ходом я планировал. Будем смотреть. Я не понял, я сейчас бобру хоть кого-нибудь убил? Нет, это же он убил это агитатора. Я понимаю, но там было 3-2 в мою пользу, типа. А, без защиты был. Да, у тебя там нету воина. Жетон... Воина вот эти висит. Вы мне какую-то херню порекомендовали, за какую-то херню играть просто. Лесная борода какая-то херь полная. Ты сидишь и нападать ни на кого не можешь, потому что... Не в твою пользу. Так еще и в защите, блин, типа агитаторы ничего сделать не могут. Ну что, строить много агитаторов, за это ты получаешь очки. А те, когда их ломают, ну типа, суть, тебе надо, чтобы их ломали, чтобы у тебя было больше. Ой, было этих жетонов. Чтобы ты мог строить больше агитаторов такой цикличный. Ну да, возможно, лесной союз, ну, не очень простая фракция. Да, я вот прошлую партию мы играли с ребятами. И вот я поначалу тоже у меня было очень мало очков, когда у них там уже было 15.
потом плюс-минус это освоился и даже выехал. Ну, типа, это единственная фракция, которая за ход может до 15 очков набирать вообще спокойно. Это половина вообще всех победных очков. Если все правильно сделают, они вот просто за один ход. Да. Но я думаю, выдры тоже могут много поднять за ход. Понятно. Мне здесь не рада. А что ты стырил, я не вижу? Использованную карту, которая в этих вместится. Да, я надеюсь состырить засаду, но ладно. Покупать надо. Так, погоди. Так, где эта карта? С вещами. Ну ты мне не хочешь птичью карту дать? Не, ее нет. Жалко. Если бы даже вытащил Талма. Это минус торговый пост, я так понимаю. Мне надо было за бродягу играть, мне кажется. Это более... Ну, более понятная, что ли, штука. Ну и еще, зачем-то в начале котик меня кошмарил. Ну, походу, победа, выдох. Ну, я бы не сказал, у меня все очень плохо. Пошел ва-банк, у меня вообще все закончилось. Все, что я копил всю игру. Даже здание не снес. Ну, кошка за тобой осталась. Пост снести. Да. Ничего из этого не могу сыграть, потому что... Как говорится, мои полномочия все окончены. Почему я вот это не могу сыграть? А, не моя поляна считается. Там просто агитатор стоит, но поляны нету. Ну, если мы переживем следующий день, то у меня для тебя будет хороший предмет. Ну, хорошо. У меня как раз появились... Ну, вообще. Не, ну очень долго ходы идут, просто невозможно. Например, в Армелла и ходы быстрее идут, да, и ты во время своего хода можешь что-то думать. А, мятежа. Странно, что никто в этой игре услуги не разыгрывает. Слушайте, а давайте, наверное. Отлично. Смотрите, я убрал. Я с тобой воюю. Убрал вон еще торговый пост и выдру. Хорошо, ребята. Все на вас теперь. Да, кстати, можно попробовать еще один набрать. Что на машинной поляне. Смотри, ты можешь своими воинами приходить на поляну, где нет агитатора. И у тебя там есть действие воина превратить в агитатора. За это ты тоже очки получаешь. Ну, как бы... Ну, я понял. Можешь это тоже использовать. Ну, вы ж не будете на мою базу нападать, правильно? Вот вы двое. Нет, нам это вообще не выгодно. Ну, не знаю, у тебя 25 ты... очков, нет, понимаешь? Ты можешь забить на выдру и пойти нет, меня... Нет. Понимаешь, если ты оставишь хотя бы одного воина, мне будет невыгодно. Да, у тебя будет выпадать больше кубов, поэтому...
базу трогать точно не будем. Да, да. Вот надо было на базе оставить, потому что Вытра может прийти. У меня два действия и... всего, понимаешь? Так, а вот с левой поляны. А, ну... Ну тогда ты отдаешь победу Выдре, ему нужно снести беззащитные... Эхо. А, да, лучше одних можно отменять, серьезно? Да. Я говорю, нужно было оставить хотя бы одного. Двух не надо приводить. То есть, получается, я там агитатора не ставлю. Не боишься, что я могу приплыть, например? Я же по речкам не ошибаюсь. Ну, я про что я говорю, не надо было оставить любую базу без защиты. Ну, ладно. Короче, Харе на меня надеется. Вы сначала кот меня ходил, кошмарил в начале партии. Потом ты мне приходил, сносил агитаторов, вместо того, чтобы с выдрой разбираться. Агитатор, посадили нуба играть. Это, накошмарили в начале игры, еще что-то сейчас от меня хотят. Еще раз говорю, то, что вот именно агитаторов выгодно, когда Лисома Сьюз ломает, потому что он получает. Нифига так, не выгодно. У меня в начале не было базы, а когда нету базы, ты больше 5 не можешь сторонников иметь. Ты мне в начале, у меня просто в начале было 5 сторонников, и у меня там 2 базы сломали, которые у меня просто в никуда пошли. Лёша, я тоже недавно играю, ну вот всего и это 2 или 3 партии было с Лесной Союзой, вот группа последняя. У меня тоже были некие проблемы, но потом я вот выиграл. Потому что мне ломали именно вот этих агитаторов, я их делал, мне их ломали, у меня появлялось, ну, я говорю из личного своего опыта, возможно, есть какие-то нюансы, в которых я не прав. Вот я говорю по своему маленькому опыту за Лесной Союз. Вот это можно, конечно, много, но, блин. Типа, ну, не знаю, я в настольную версию в основном играю, ну, там... Типа, единственное правило для Лесного Союза, как его контрить вообще, это его просто не трогать. Вообще, у него тогда шансов почти не будет. Ну, это да. Просто ты его не трогаешь, он ничего не может. Он карты не получает, ничего. Ну, в смысле, так он же получает, когда вы входите туда, где агитатор сидит. Ну вот, просто избегать его, просто никак с ним не контактировать. Да, на бродягу вот это, кстати, не работает, так как он не владеет, когда заходит на эту поляну, где агитатор сидит. А через занятые области можно проходить? Вот, например, выдра может сверху пройти через область, где стоит бродяга и котик? Я могу через речку проходить. На чем туда идти? Да и к тому же, вот если бродяга, ну, нападает сам. В самом начале, ну, бродяги в самом начале, к ним, ну, на мой, опять же, личный взгляд, невыгодно нападать, так как предметов немного, а если у него сломают, то развитие сильно стормозится и снижаются шансы вообще что-либо сделать, либо, ну, победить, либо останавливать кого-либо. Поэтому, как я получил все необходимые предметы, шел в атаку на выдра всеми возможными способами. Не знаю, включится сейчас
Вебка нет, да. Включилась. Ай. Ну, не знаю, опять же, будет ли вначале видно. Я просто спрашивал, за какую мне фракцию сыграть. Это эти мне трое порекомендовали Лесной Союз. За него играть. Ну, вот он сейчас будет нападать на мою базу. Ну, правда, это, по-моему, 2 очка даст, но это практически уже победа. Все равно. Блин, я опять забыл, агитатор или... чтобы база осталась, надо кулак выбирать? Да. Помню, да. А он как бы, скорее всего, еще раз нападет. Ну давай, что ты там думаешь, нападай. Он получит одно очко, просто может быть не хватает этого, ты думает. Да, это обидно будет. Три. Блин, и поубирали меня всех сторонников. Кстати, забыл, а у Вилга сколько вообще очков хода? Ну, сколько у меня в капитале, столько и... Нет, это слишком сложная фракция. Если кто-то новичок будет в рут играть, ни хрена не играть. Тут, во-первых, надо контролировать вот это количество ходов, то есть офицеров надо нанимать. Контролировать запас бойцов, это все слишком много сразу. Возможно, то есть смешно, остальные, даже у котиков, которые. Вот я не знаю, наверное, либо бродяга, либо котики вначале полегче. Потому что у котиков просто ты контролируешь поляну, строишь здания, которые тебе дают какие-то ресы. Все. Побей, выиграл. Ну, это плюс один за квест. Тут как бы. Слишком сложно. Ну, можешь сверху выдру грохнуть, пост сломать, еще один. Странно, почему я вот эту карту могу сыграть? Да, это, конечно, самое это нубосятина. Потроллили меня соперники, заставили за сложную фракцию играть. Бродяга чисто на себя играет. Я просто не знаю, зачем вот там, например, мне мешать как-то выдрись, и вот бродяга ничего для этого не делает. Он просто сейчас будет ковать предметы, чтобы попытаться выиграть. Так вроде за птичью карту договаривать. Погоди. Два очка за это получишь,
Угу. Он еще два может поставить только. А уничтожение торговых постов как-то убирают у него очки победы, нет? Нет, здесь очки победы убираются только у птиц. А так-то убрать нельзя. Угу. Да, и бродяг выиграл. Все-таки бродяга выигрывает? Да. Да. Да выигрывай уже, хватит этого. То есть квесты выполнить это слишком легко. Решил через все пойти. Всех бродяга на свой шест натянул. Я вообще он валяюсь дохлый. Не, вы мне, короче, посоветовали слишком сложный. Это слишком сложный клан для начинающих. Птицы еще сложнее. Ну, птицы, да, не, птицы я не спорю. Я считаю, что либо кошка, либо бродяга. Ну да, это. Не, мог брать бродягу, но я просто. Ну, если не стал брать бродягу, я взял. Не, так вы же не ебаса, я же спрашиваю, я играл только за кошек. Я играл только за кошек, и вас спрашивал. Ну ты видишь, за кошек тоже очень тяжело победить. Играть за них легко. Да, я ж не про победу. Просто тут, понимаешь, тут у лесного клана слишком много, ну, как бы. Совокупно слишком много надо следить, там офицеры дают количество перемещений, да, то есть вот это вот надо как-то заранее делать, ну, заранее стратегически иметь в виду, чтобы потом дальше хоть как-то развиваться. Когда ты вот этого первый раз садишься и играешь, и даже без понятия, что оно делает, это довольно сложно. А бродяга, вот ты ходишь одним этим юнитом, делаешь себе финтифлюшки и... развлекаешься. Ну, смотри, тебе может не выпасть какой-нибудь... ну один-то молоточек выпадет, да. Ну, в зависимости от... получается, юнита. И... А остальные ты не сможешь найти, или, да, допустим, никто крафтить не будет. Ты за... Подожди, за крафт не ты будешь получать. Мы говорим... Мы не говорим... Нет, я имею в виду за бродягу, я имею в виду за бродягу тоже свои сложности могут быть, я вот же имею в виду. Ну так за, вот. За любой клан могут быть любые, да, какие-то, да, сложности. Да, вопрос, да, просто, да. Вот ты садишься и ты сразу понимаешь, что делать в нем надо. Как вот про это я говорю, что для новичка лучше вот этот клан было брать. Ладно, спасибо за игру. С победой, Д'Артаньян. Да, спокойной ночи вам. Ну и вы, спасибо, что посмотрели, как нубит в руте. Хорошая игра, единственное, меня просто очень-очень рубит медленные ходы, просто я просто сижу, я не знаю даже, что мне делать в этот момент, это очень скучно. Им надо таймер намного быстрее ставить. Ты успеваешь за их время что-то, ну, за их ход, а примерно решить, что потом сидишь, ждешь, вот когда же они походят. Все, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!